видел клянчика. Стой, все спрятались в кучку-то, ребята. А? Да. Да кормила уже, это ушей уже лезут, вот!
одного. Ага. Нет, к врачу я не хочу. Не хочешь? Не хочу. Пусть тогда нужно покушать. А хотя давай, зови туда своего врача. И чего? Он меня не догонит, я быстрее бегаю. Догонит. Нет, не догонит. Догонит. Я говорю, не догонит. Догонит. А покушай плюшки печеные, скоро станешь как сосиски крученые. Я сосиской быть не хочу, вот. Кузя, а если ты не хочешь быть сосиской вот так вот тоненькой, вот так вот кручененькой, тогда нужно покушать. Кузя, ну пожалуйста, ну покушай, Кузя. Не хочу. И не буду! Кузя, у меня ж плюшки, они ж такие вкусные, сладкие, аппетитные. Они ж сами в рот просятся. Кузя, ну пожалуйста! В твой рот просто ты и ешь! А вы что так вот веселитесь, ребятишки? Вы такие же вредные, да? Ну, а
смотрите, вот, вот так вот я умею. Еще я вот так вот умею, еще я вот. Ну что, ребята, Куся спит, да? Да. А где он спит? А? Где он спит, да? Где в кроватке? Сейчас пойду посмотрю в кроватке. Ага. Нет, в кроватке его нет. А, он, наверное, за печкой спит. Я пойду посмотрю за печкой. Так. Ага. А за печкой он должен спать. Чего? Когда вы приходите домой, хорошо будет. Тихо, сейчас я же поговорю. Ага. А вы знаете, обещали его там тоже не было? Нет. Я знаете, что подумал? Значит, он сбежал, да? Да. Я знаю, я вас хитренькие ребятишки, вы с ними заодно, вы, наверное, где-нибудь его там прячете. Ну-ка, поднимите ножки, я посмотрю. Поднимите. Так, не прячьте, сейчас посмотрю. Ага, нигде не прячьте. А знаете что? Тогда я сейчас полечу за ним на метле своей, поймаю и вот верну обратно домой, вот так. Сейчас я выстрежу его. Где он там? Так, в трубу подсобно посмотрю. Так, теперь на метлу сяду. Я сейчас лечу, мотор свой закручу. На педаль нашу возьму и полечу. Рассердил его Кузьма, берегись, трясешь меня. Догоню, домой верну и накажу. Вот так вот. Рассердил его Кузьма, берегись, трясешь меня. Догоню, домой верну и накажу. Так, сейчас получше разгонюсь в одну сторону. Так, теперь в другую. Что, я полетела за Кузькой? Полетела, я уже догоню. Ну вот, на силу я добрался к вам, суды, в детский сад. Вот до этой вот полянки, вот этой вот самой. Ой, а вот это что за махина такая, а? Это дом! У нас такие большие дома просто, двухэтажные или четырех. Да крап, погоди, раньше на этой полянке маленький домик стоял, одноэтажный, не видели? Да ты чего мне показываешь? Ты что, не видишь, что это избушка на курьих ножках? Это избушка в объеди, я туда больше вообще не ногой. Погодите, а братцев-то моих не видели? Вот это Адони, Афони, деда купила, как не видали. А что ж мне теперь делать-то? Где же их искать? Ребята, я вот что думаю. Вот скажите мне, пожалуйста, вы вырастет хотите? Да! Так я ж хочу! А я хочу. Так вот для того, чтобы вырасти, мне нужно самому устроить себе дом. Правильно говорю? Да. И становиться в этом доме хозяином. Ой, ребята, а у меня почему-то так.
сейчас я пойду посмотрю. Катя, как? Смотрите, как она бегает. Хотя нет, игрушка слишком большая. Ножики такие тоже не бывают. Ай! Ты знаешь, я тебя боюсь. А я еще больше боюсь. Я тебя еще больше боюсь. Нет, я больше боюсь. Ну, главное, отходи к окну, я отважусь. Это почему ты должна отходить? А потому что я тогда их пугаю. Ну-ка, отходи к окну. Ну и пожалуйста. И не подглядывай. Не подглядываю. Не подглядывай, говорю. Не подглядывай. Не подглядывай. Не подглядывай. Сейчас я его найду. Да, поверни. Я же не понимаю, кто ты.
что, напоить его нужно первонаперво. Потом его нужно накормить. Потом его нужно в баньке попарить. Вот, а вот только потом спрашивать. А, значит, ты просто так не расскажешь мне? Конечно. Интересно. Ну только знаешь, у нас ведь баньки-то нет, правда, ребята? У нас ведь нету... Есть! А вот плов тот хозяин, вот эта щетка, на. Ну это я знаю эту щетку, да. Кто своего хозяйства не знает, вот это было. Это я тоже знаю, что это мыло. Но все равно у нас ведь баньки нет, правда, ребята? У нас есть! Ведь ванная, но это же не банька. Так это все одно, все едино. Это как это? И пузыри. Да что, а печь головой, что головой а печь? Попарим молодые косточки. Хорошо, только знаешь, ты рубашку сними. Вот делать мне более нечего, да? Снимай рубаху, одевай рубаху. Так и сам попарю, все дюжу втирается. Ну, давай. Ну ладно, только подожди. Вот ты глазки закрой, потому что мыло... Тихо, ребята. Мыло, оно тебя укусит. Вот это мыло меня укусит? Укусит. Я его не боюсь. Я его сам съем. Ау! Ребята, а вы мыло тоже едите? Я правильно, оно несъедобное. Ну ладно. Моем труба чисто. Моем труба чисто. Моем труба чисто. Открывай! Открыт! Это тебе угощение!
обращайся. Я это не ем. Почему это? Да потому что я не козел. Знаешь, наверное, лично.
кормленный, кормленный. А? Да не буду я тебе ничего рассказывать. Почему это ты обещал? А потому что я спою. Да? Да. Здорово. А вы мне будете аплодировать. Значит, давай, тренируйтесь, потому что я без аплодисментов не выхожу. Я пойду. Ребята, сейчас Куся мне расскажет то, что там мы на самом деле, потому что я не знаю. А давайте мы с вами будем тихонечко аплодировать. Договорились? Да. Давай, Паша, ты пойдешь. Куда? Куда? Я же по тебе скучаю, Куда!
по-хорошему договорились. Все, Кузя, добегался. Пойдем домой. Ну я ладно, да, давай по-хорошему. Я же другой еще. Семь веков всего не готов я к тебе навсегда. Ну вот у меня и поживешь. Нормально. Не, да, ну давай по-хорошему, последний раз. Подожди, что ты хочешь мне? Настя, беда, давай ты мне свою загадку загадай. Зачем? Самую сложную. Зачем? А если я ее не отгадаю, ну, забирай меня, Яга, навсегда. Погоди, это если не отгадаю. Вот, а если отгадаю, то ты меня отпускаешь на все четыре стороны. Договорились? Нет, не договорились. Подожди, зачем мне сейчас голову ломать, загадку придумать, если я сейчас тебя схвачу? Не надо. И я несу и так домой, и все. Яга, ну, давай. Подожди, значит так. Да. Если я тебя правильно поняла. Да. Я тебе загадаю загадку. Да. И если ты ее не отгадаешь, то ты меня забираешь. И ты никогда больше не убежишь. Ну, никогда. Никогда. Да. А если ты ее отгадаешь, то я должна тебя отпустить. Да. Ну, это, конечно, очень рискованно. Но знаешь, ты загадку никогда не отгадаешь и останешься жить у меня вот так. Загадка будет очень сложная. Очень-очень сложная. Я там, погоди. А можно мне вот ребята помогут, вот Енти? Ребята, начинается, вас вот сколько, а я одна. Так, Егаш, ты, мы ж без тебя ничего не умеем. А ты же жизнь прожила, умом богата стала. Вот. Подлизывайся, подлизывайся. Ну ладно, пускай помогает, тем более, что ребята тоже загадки не отгадают. Ребята, уши. Да, вот они на макушке, слушаем внимательно. Готовы? Да. Готовы? Все готовы? Все. Значит так, слушайте. Сердитый недотрога живет в лесу густом. Нет, нет, вы делаете, значит, по-моему, еще не вся загадка. Правильно, не вся загадка. Значит, нужно до конца дослушать. Первое, вот еще разочек, сначала начинаем. Сердитый недотрога живет в лесу густом. И было очень много людей и одно. Неужели мы эту загадку не отгадаем, и мне навсегда придется... Вот мы с ребятами подумали, и я решила, что это ежик. Это не ты решил, это ребята решили. Вот ребята умненькие. Да. Только знаете что, ребята? Вот теперь получается, я должна Кузю отпустить, да? Да. А вот почему вы ему помогаете? Почему все так бабу-ягу не любят, а? А вот а кто вам сказал, что я злая? Я, между прочим, одинокая. Мне одной без мушки на курьих ножках скучно и грустно, понятно? А теперь еще Кузя от меня убегает. Кузя, я на тебя обиделась, понятно? И на вас, ребят, тоже на всех обиделась. Вот вам одним скучно дома, и мне скучно. Все, Кузя, можешь больше ко мне не приходить. Ребят, вот что она так разозлилась-то? Мы же сказку честно отгадали? Да. Ну вот что она тут и это? Сказка. Загадку, загадку, честно отгадали? Да. Я слышу, честно? Да. Вот. Мамка, ёжка, красивая. Да. Я знаешь, подумала, а давай с тобой по-человечески попрощаемся, а? А, ну по-человечески это я согласен. Да? Давай. А так хоп, 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 хоп. Кузя, да, и вот так. Хоп, хоп, Кузя, да. Знаешь, я подумала, а может быть ты вот, ну, хотя бы в гости ко мне будешь приходить, а? Я не один. Пожалуйста. Я же вот с ребятами приду. Да, с ребятами? С деньгами. А ребят, с деньгами. А вы пойдете ко мне в гости, а? Да. Здорово, ребят, знаешь, а мне так весело будет. Я пирогов напеку, блинов, и с вами будет чай пить на лесной опушке, договорились? Да! А тогда я буду вас в гости ждать. Ребята, пока-пока, Кузя, приходите, приходите ко мне в гости, я буду очень счастлива, очень. Подожди, давай помашем ручки дверь. До свидания, Яга. Принцесса, давай там встать. Самовар давай, подрывай. А где сокращение побольше? Слушайте, кажись, летела. Ребят, вот я что думаю-то. Загостился я у вас. Прощаться пора. Нет. Вы прощаться-то умеете? Да. А как это вы делаете? Да. И все, что ли? Да. Значит так, я
вас сейчас по-нашему научу, по-домовому. Руки вниз опустили, на коленки положили. Правую руку вверх подняли, помахали. До свидания. Не слышу? А правую опустили, левую подняли. До свидания. Теперь обе две руки вверх подняли. До свидания. А потом у нас вот так вот один глазик плачет. Плачет, прощаться не хочет. Другой глазик у нас вот так вот плачет. Плачет, прощаться не хочет. Мы слезки-то вот так вот вытерли. Две руки вверх подняли, а теперь нужно слова запоминать. Прощавай, лихом не поминай. Давай еще раз. Прощавай, лихом не поминай. Гуся, ой, Гуся, ты знаешь, я дверь закрыла, и баба-яга твоя тут большая страшная, сюда ни за что не зайдем. Вот так вот. Пока ты, здорово, пока ты там дверь закрывала, у нас вот дверь открытая была, вон она. И вот она через эту дверь и пролетела сюда. Вот, она тут уже побывала. Подожди, что? Хотя мы с ней по-хорошему поговорили, она меня отпустила. Отпустила? Отпустила. Значит, ты у меня останешься жить, да? Нет, Наташа. Нет? Мне братцев своих искать нужно. Я вот по ним скучаю. Давай прощаться. Ну, давай, пока. Это вот ты так прощаешься. Ага. Значит так, давай Наташу по-нашему, по-домовому научим. Давай. Смотри, давай. Запоминай. Давайте. Правую руку вверх подняли. До свидания. Правую опустили, левую подняли. До свидания. Две руки вверх подняли, до свидания. Один глазик у нас плачет, плачет, прощаться не хочет. Другой глазик вот так вот плачет, плачет, прощаться не хочет. Слезки мы выдержали. Две руки вверх подняли, слова все помнят? Прощавай, лихом не поминай. Пока-пока, Кузя. Ребята, а мне с вами тоже нужно прощаться. Мне нужно идти помогать маме. Вы, мама, помогаете? Да. Молодцы, я тоже помогаю. Поэтому я желаю вам радости.